ДВ вообще есть там? Да, вроде да. А лавка на ДВ? Была. Дал метку на пех. Дал метку на пеха на склоне. Ложи зверей. Могу в целом попробовать снять пулеметчик. Это ты, да, там? Да, я пострелял. Понял. Это ты не по нему пострелял, по-другому. Мы стащили сюда все. Со внутреннего моря имеешь в виду? Море которое? Да.
пристреляться вообще. И пулеметчика. А лавка, я пулеметчика убил на склоне. Зачем ты так подкрадываешься? Ну, так получилось. На горе. Тихо, тихо, тихо. Здесь пулеметчик наверху на 40. И на 340 лежит на склоне еще какой-то тюлень. Угу. На склоне здесь БХ было. БХ за склоном, где-то примерно на 60. Понял. Может быть, на 70. Пулеметчика выбьем. Да. Он где-то в кустах. В ССС 340 там в деревьях лежит, лутает, да, какая ему. А пойду справа. Давай, я пока вас отсюда видно. Давай.
Сейчас, секунду. Ладно, круг проходит. Высота 60. Примерно. Высота 60. Кто-то живой? Да. Давлю. Он в елках там, после его. Она дверями покрыта полностью, там не видите. Сейчас я зайду со стороны бункера. Я может вижу. Может ушел. А, давай меня тогда. Бэха ушел. На юг. На юг. Бэха. Север, север, север. 200 градусов, 280 градусов. И по кромке. Там парень бегает, блин, его никто не может снять. Может он бункер забыл? На горе, мы приехали. Что говоришь? А Вэп, тебе, по-моему, сейчас Бэха будет работать. Зайди, там бункер забыл. Вот дерево, вот дерево. Дерево. Да, там, там. Они тебя потеряли. Бегу к тебе. Чувак там где-то еще. Дугу взяли. Труба, говоришь? А, Рубгаха? Там с нашей позиции, а наш бежит наш. Смотри, вот короче, я ее завел чуть глубже вверх, если надо будет, мы скажем, он выйдет. Поразите только вы, потом не тут отпустить вообще, блядь. Не забывайте, я один в бэхе. Это я стрелял случайно, извиняюсь, я случайно. Не забывайте, он один в бэхе. Еще... Не забывайте, мне, вовремя надо пересесть. Хочешь, я могу сесть на бэх. Мне командир нужен, а лучше водитель. Бля, у меня пулемет не было. Парни, тихо. Если они так долго идут, то они, значит, спускаются уже. Смотри, север, вижу какую-то хрень на горе, от вас с вашей стороны не видно. Может быть, это просто елка. А их поселка где-то нет? Нет, нет, не знаю, кто. Нет, я рацию подобрал, рацию там люди не слушают. Мы их слушаем нормально, то есть окей, они не меняли. Так, я думаю, спускаться не надо. На север можете перекинуть меня? Укроп, можешь? Пойдем, пойдем в лес, поедем. Там, вон на север. К другому игроку. Там поляна есть, оттуда можно работать по горам хорошо. Там, где Рексар метка стоит, да? Да. Все, давай тогда за мной. Давай, ну, впереди встань. Двинули. Там выход двигаться начался. А ты раньше?
радио слушаешь, да? Да, да, я радио. А чё за канал? Я то и подобрал, но не слышу. Вражеская? Да. Сейчас спущусь. Я на открытое место. Сейчас отрабатывает, сейчас кому-то будет. Так, как кому-то отрабатывает будет. Бэху выкатите на тузов, чтобы он сориентировал. Делаем, можем бежать. Так, нас, по-моему, вы засекли. Сейчас надо уходить. Вот здесь позиция нормально. Поставил метку. Да, точно метку. Эти не поставили. У нас там еще чувак шел прям открытую. Ориентировал. Бэха сейчас по кому-то работать будет. Прячьтесь. Да, мы свободны? Да. Азим. Сначала БФ сориентируйся, не работает. Пока. Понял. А, ты можешь было. А БФ. Чё-то не делаю. БФ горит, БФ минус. Так, еще вижу. Молодцы. Отлично. Работает рука. Отлично, горит БФ. Брат подпередил БФ горит. Прощайте, друзья. Чего, я само расстояние по БФ снял? Да, да, очень быстро сгорит. Живой! 112-я частота вражеская. Светана, сдвигайся к нам. Они уже спустились, да? Нет, они там примерно на середине. Я в лесу тогда останусь недалеко от вас. Откуда? Видели? Из горы. Две метки стоят там, и я буду стрелять. Две метки уже расставил давно. Я сейчас отработаю по бункеру с РПГ. Может, кого-нибудь сначала увидим, там калю фишку. А кого сюда? Наш кого-нибудь сначала смотреть. Увидим в нем. Там что-то никого нет. Оптика, а пулемет не отработал, там орал. Ты же видел, сейчас раннего там. Если что, я прям внутренне зайду к вам, я слышу. Давай. Да, мы здесь не спустимся, да? Слева придется пить, там по гребню спускаться. Ну, вижу бункер, который... Чебурашка, блядь. А как его еще назвать? Ладно, пошли спускаться. Я снайпер уехал, что? Я его отпустил. Там есть, да? Если крутой бачком тогда лучше. Это так какой-то призон для сравнения. Поставил. Перекличка будет у нас? Да это что? Рокстарт. Бисмут тут. Смотана. Чья-то башка метка, что ты там увидел сейчас? Укром. Двое идут. Вижу, двое идут, чья-то башка.
Азим. Нет, чья-то башка. От своего позиции смотри. Укроп живой? Вижу 270. Противника. Сейчас метку ставлю. Я недалеко от укропа, кстати. Они через север хотят зайти. Вот она метка пех, это северная метка пех. Это там противник. Понял тебя. Одного видел, как минимум. Вышел, чекнул, ушел. Так же, как и на 260 на севере, чья-то башка мид. Вы сейчас отработали. Они хотят, они севернее сдвигаются, но вы смотрите, все равно. Я ближе к северу, потом подошел. Зря отошел, чтобы здесь спуститься. Да, нас засекли все равно. Ё-моё, я сдвигаюсь, я убегаю, нафиг, да, по мне сработали, я живу. Я все, я убегаю. Близко по было, мне близко, опять, близко. По мне опять, я ранен. Я без не знаю, откуда, 60, возле 67-й я слышал пуск. 67-й высота. Почти, он там пока убегает. По мне работает, я жив пока. Прощайте, друзья. Так, вижу, кто-то перебегает. Это кто бежит? Стой, давай, бегу. Иди отсюда нафиг, тут работает север. Без шука, блядь. Живой? Мы, наверное, назад спустимся. На север спустимся. Пуш по мне, охрань. Здесь такой пологий спуск хороший, можно будет спустинки расставлять. Между двух, да, этих? Наше направление северное, да, на метку. Ну, оттуда он ушел, может быть. Если упаду, я тогда не потеряю. Не спускаюсь. Ой, сейчас будет плохо. Падаю, скользю. Напрямую что ли пошел? Нет. Ну, между двух ложбинок пытаюсь. Немножко раненый. Наверное, целом спал. А все нормально. Только морфином надо отправиться. По времени успеваем? Да, у меня в курсе. Магазина пока осталось из-за стрелку и гранат. Это я сейчас взял. Эй, пустой, надо будет трофей искать. Это я. Я. Ты подходишь к домику какому-то, да? Если враг уже подошел к нему.
как у них интересно на кого. Чё-то я Кстати, а вы где-то свои должны быть. Я думаю, враг уже давно на канале, поэтому... Первая отдельная мысль у них получилась, появилась. Да, бы, сейчас они будут менять.
Hey, wake up. Hey, wake up! Паша, все. Да. Я респаун нажал, у меня там уже не без вариантов. Все, руби. Все, да? Понятно. Накосячил. Гонда самая топовая позиция. Раньше работала. Ваша лень на Гонда. А что там Гонда? Опять что ли? Он приклеился. Ваша лень на Гонда захватили все. Знаешь? Гонза даже не двигается, боится. Картошка. Я даже кого-то убил.